продолжение разговора на тему джинс. Вот также у меня есть второй комплект. Темно-синие джинсы MCP, да, потому что, опять же, я буду говорить в продолжении на тему стиля. Если ты ездишь повседневно, едешь на какие-то мероприятия, еще куда-то, ну, как бы тоже я считаю, что внешний вид, он, ну, немаловажен. Здесь также есть кармашки, подставки под колени. Здесь даже есть боковые вставки. Кстати, альпинистар, между прочим, я не видел. Боковые вставки есть, да? Вот, они тоже как бы суперплотного материала. И также я думаю, что при, не дай бог, там падении, еще что-то, они сотрутся и асфальт не достанет там, да, до кожи, до костей в них. Ну, как во всяком случае, вероятности больше, нежели это будет в обычной материи. Вот. Так что джинсы MCP, в принципе, выполняют ту же роль. Они, единственное, кажется, чуть-чуть, может быть, полегче, чем Alpinistars. Вот. Но, может быть, это еще в силу того, что здесь нету просто вставок. Сейчас вставки нужно, по идее, оттуда вынимать и вставить вот сюда. Вот такие вот тоже кайфовые, супер стильные. С виду обычные джинсы, обычные темно-синие джинсы, которые можно одеть с кофтой, с курткой, там, да, с ветровкой там, или еще с чем-то. И спокойно гонять по городу. Летом, осенью, весной, без всяких проблем. Продуваемость, кстати, да, летом, конечно же, будет жарковато, но так же, как и во всем. Вот. Но если брать, например, там нормальную температуру, то есть там 20, 17, 18 градусов, или даже дело будет к осени, я думаю, что без поддева вот этих вещах будет прям то, что надо. Они непродуваемые. Собственно, вот так.